купцов Ивановых известен в Никополе 70-х годов 19 века. В основном, значит, тогда это был зерновой бум, значит, в Никополе. Тогда, значит, интенсивное развитие сельского хозяйства в Екатеринославской губернии. И в связи с этим Никополь становится перевалочным пунктом, местом, где, куда крестьяне свозили выращенное ими зерно. Это зерно свозилось на пристань города Никополя, одну из пристаней, которая так и называлась «Хлебная пристань». Ну, от этой пристани загружалось, значит, как на баржи, так и на различные, значит, суда военных матросов зерно, вывозилось в Одессу, ну, далее следовало на экспорт. Этот купец непосредственно... Это какие годы? Это 1870-е годы. 1870-е. То есть это начало индустриализации, скажем да. так. Это был уже период, когда в Никополе были и индустриальные предприятия. Ну, особенно большой толчок получило в этот именно период, 70-е и 80-е годы. Это развитие сельского хозяйства и связанного с ней сельскохозяйственного машиностроения. Как раз 1885-1880.